Какого хрена? Друзья, всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы будем играть в Sentient. И в Sentient. Я не знаю, как правильно это читается, как правильно произносится. Но это что-то очень интересное. Escape нажать. Ничего нельзя нажать. Просто игра стартанула сходу. Из менюшки было только одно. Выбрать язык. И дальше нам показали... Почему? Почему? Почему язык... А, привет. Доброе утро. Да, окей. Подойди в центр комнаты. Я здесь. Я хочу, может быть, уползти отсюда нафиг. Нельзя. Давай начнем. Задача 4005. Ё-моё. Возьмите мячик и бросьте его. Замечу, что графика очень приятно выглядит, да? Как будто бы натурально. Особенно, когда вот на потолок смотришь. Зачем сделали такой прикольный, красивый потолок и такое неуютное место? Получается, если задача 4005, значит, сколько я уже здесь дней сижу в этом месте? Оно хоть отапливается? Окей, господи, ну и блёр жесткий. Так, я взял. Бросил. Положите мяч на ваш спальный блок. И вернитесь в центр комнаты. Спальный блок, действительно. По-другому это и не назвать. Хорошо, давайте положим на спальный блок этот мячик. Кстати, на него даже не целиться не нужно, просто... Оп, да, и он берется. Слушайте, прям интересно сделана графика, мне нравится. Сделано! Отлично. Печенька. Чего? Спасибо. Спасибо, великая труба. Если представить, что я человек, который всю жизнь прожил в этой комнате, он будет думать, что это Бог с ним разговаривает. Эта труба, это Божья рука подает нам печеньку. Ой, как здорово. Я с удовольствием буду выполнять все твои поручения, Господь. Как мне съесть? А как мне съесть? А, вот. Задача 4006. Используй свою новую игрушку, чтобы отвечать на вопросы. Брось мяч вправо, если да, и влево, если нет. Тебе нравится печенька? О-о-о-о. Так, стоп. Влево, да. Да? Нравится! Ты чувствуешь свое тело? Как мне ответить на это? Мне как сложно смотреть на это, просто мы в упор на мячик смотрим. Я чувствую свое тело, но находясь там, я не чувствую свое тело. Нет! Нет! Ты больше не владеешь своим телом. Do you feel contained? Contained. Что значит contained? Много значений у этого слова, но, сдается мне, скованно себя чувствую я. Чувствую... Тесно ли мне тут, что ли? Это имеется в виду? Наверное, да. Ты осведомлен о самом себе. То есть, осознаю ли я себя? Осознаю ли я себя? Я себя осознаю. Тебе страшно без тела? То есть, это я что, не тело? Смотрите, я же даже рукой мяч не держу. А что, если я просто дух? И даже шагов не слышно. Хорошо. Страшно ли мне без тела? Ну, будем говорить, что... Да. Ты существуешь без тела? Последние мои мысли на этот счет слегка склоняются в сторону «да».
Ты есть эта комната. Это вопрос? Твоя реальность симуляция? Ох, как это интересно. Если говорить про игру, это симуляция. Если про реальность, кто знает? Давайте пойдем дальше. Хорошо, да. Твоя жизнь не настоящая. Реальность симулированная. Ты стоишь меньше, чем эта печенька? Окей, хорошо. Это... Время расслабиться. Ты можешь себя развлечь без игрушки. Ура! Время музыки! Мое любимое время дня! Ля-ля-ля-ля-ля. Я и есть комната, а ты мой бог. И мне все... Окей, ладно, неважно. Давайте посмотрим же, что тут у нас все-таки. Почему я не могу туда залезть? Вот. Странно, что мое сознание не любопытствует. Я хочу играть. Опа, поймал. Опа, поймал. Конечно, раз фокус такой адский, сложно. Я чувствую, как будто у меня прям глаза напрягаться начинают. Но, видимо, это нужно так. Прости. Время развлечений закончено. Ничего не трогай. Не трогай мяч. Задача 4007. Прислонись спиной к стене слева и смотри на стенку справа. Закрой глаза. Правда? А, вот так. Я думал, мало ли будет со мной играться прям. Что это? Не, ну вот это изображение доказывает, что у меня таки есть тело. Я же закрыл глаза. И вижу сквозь веки. Теперь я ни хрена не вижу. Кто-то стоит? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то толстячок стоит. Ой, блин! Открой глаза. Встретиться со своим соседом. Оно всегда голодным. Оно всегда голодное. Печенька. Ну-ка, а вот это что такое появилось? Обезьяна? О, мы можем бегать, кстати говоря. Печенька! Очень неприятно было. Чел сдулся. Прям как я. Задача 4008. Прям как я и мой канал. Ходи влево по кругу 3 раза. Хорошо. Что такое? Это противоречит всем законам о правах человека. Хотя, возможно, я шимпанзе. У животных тоже есть права, понятно? Есть. Не считается? Может быть, вот просто... Может быть, надо прям по краю идти? Окей, раз. Прыгать мы не можем.
Два. Надеюсь, ты рада. Три. А может, надо ходить? Печенька! Ура! Мы сделали это! Ха-ха-ха, печенька! Иди сюда, мям-мям-мям-мям-мям. Ты меня так раскормишь, знаешь ли, я стану тем самым жердяем. Может, это мое прошлое показали? Я был слишком толстый, и меня сдули. Вытащили из меня мою душу, а тело сдулось. Задача 4009. Очень крутая игра, серьезно. Поделись своей игрушкой с соседом? Мы не одни. Там есть кто-то еще. Задача 4010. Крутейшая игра. Встань в центре комнаты. Что? Блин. А, вот, вращаться в левую сторону. Два. О, сейчас голова закружится. Три, ребят. Не моя вина, игра просит. Чувствуете? Чувствуете, вестибулярка начинает работать. Шесть. Семь. О. Как круто они сделали! Они сделали реальный эффект того, что голова кружится. Смотрите. Закройте глаза, ребят, если вам тошно. Я скажу, когда закончу. Ох, как голова кружится, мать его! 15, 16, 17. Печенька! Все, можно открывать. Можете открывать. О, вы специально. Вы специально. О, вкусная печенька. Потолки, конечно, умиротворяют. Задача 4011. Играй мячиком с соседом. Нет. Ну, очень неприятно. Что это? Я поиграл. Он нет. Эй, отдай. Эй. Ему что-то говорят. Как неприятно это все. Ему тоже что-то говорят. Как ты здесь оказался? Просто не заметил, окей. Я устал играть с ними, если честно. Какой ты унылый. Кидай задорней. Задача 4012. Погоди, а мячик? Черт, что сделать? Не успел прочитать. Так? А, туда-сюда ходить. Хорошо, ладно. О, спасибо. Все, ходим. Я сейчас буду, видимо, запыхавшимся, да? Вот. Иногда берут и делают такие интересные игры, которые вот, абсолютно простая на вид. Просто максимум не парился над тем, чтобы делать какой-то левел. Задача 4013. Скушай печенька. Печенька. То есть я скушаю печенька, и мне дадут за это печенька, и мне нравится этот расклад. А что если? А что если? А что если? Нет? Окей. Печенька, делай тебя счастливым.
Нет! Тебе нравится делать других счастливыми? Да. Но все относительно. Ты бы хотел стать вкусной печенькой? Но вот она явно не знает, не смотрела наш канал, ведь я и так печенька. Да, я хотел бы стать вкусной печенькой. Ты станешь печенькой, окей, спасибо. Колонка желаний прям. Время расслабиться. Можешь поиграть со своей игрушкой. Будем чеканить ее. А мне обязательно играть, прям стоять? А могу я поиграть с Бобом? Бобби. А, вот как получается. Там решетка выдвинулась. У-ху! Какой озорной мячик! Ах, как я хотел бы быть мячиком. Вот если ты еще раз меня спросишь... Стой. Что? Твой сосед хочет познакомиться с тобой. Нет! Блин! Спи! Я дрожу! Мячик даже в шоке! Мячик в шоке! Я не буду... Представляете, к вам зайдет такая тварина и потом скажет спать? Охренеть, какой прекрасный прием они сделали! Как это страшно! Как это было жутко! Я привык к тому, что я недосягаем в этой игре. То есть, я чувствовал себя одиноким и знал, что ничего со мной не будет. И тут на тебе! Мне нарушили... Что это? Что? Чего написано? На монтаже, может быть, пойму. Они отобрали у меня ощущение того, что я изолирован. И что в любой момент ко мне может что-то прийти. Как это было неожиданно. Sentient. Как это круто. Как это круто. Sentient тизер принадлежит большему миру и в данный момент под разработкой компании Форма. Выход. Охренеть! Это получается выйдет полноценная игра. Надеюсь, ее не отменят как пяти. И, кстати говоря, вы сейчас будете угорать, но я ни разу в жизни не играл в пяти. И я не знаю, есть ли у меня сейчас возможность где-то ее скачать, посмотреть. Потому что, ну вот, я пропустил ее в свое время. И очень жалею об этом, если честно. Мне очень понравилась игра. Я жду, когда ее доделают до конца. Чувствуется, это будет очень интересная, глубокая идея, скорее всего, внутри будет заложена. Ох, сосед меня напугал. Ох,
То спасибо большое, что смотрели, друзья. С вами был Юджин. Я думаю, здесь надо попрощаться, потому что я что-то немного в каком-то адском шоке. Я чувствую себя очень некомфортно сейчас. И я не знаю, может быть, вы тоже. Я прям не по-детски испугался. С вами был Юджин. Спасибо еще раз большое. Всем пять!